Добрый день, дорогие друзья, канал Елена и Евгений. Сегодня мы пришли на семейный фестиваль, так его назвали, который проходит в парке Александра Невского, просто в народе Бендерская крепость. Сегодня 6 июля, как всегда выходной день, много народу. Я специально снимаю его сверху, немножко взял ракурс, чтобы показать наверху, более лучше видно. Уже само мероприятие где-то как час идет, мы пришли с 5 часов, сейчас 6 часов, пройдемся посмотрим, какие мероприятия проводятся сегодня. Погода хорошая, солнышко, сейчас я спущусь и уже буду по низу проходить по всей территории Бендерской крепости. Все, сейчас мы пройдемся по стыд локации. Только мы зашли вот здесь. Смак готовит шашлычок. Можно посидеть, покушать шашлычок. И сразу же слева, как обычно, для деток различные мероприятия. Сейчас мы туда зайдем, посмотрим. Солнышко печет, конечно. Боже, ребенку успокоительный приз, утешительный приз ребенку. Чупа-чупсов целую жменю чупа-чупсов. Жменю чупа-чупсов. Вот сколько ручки поместится, столько чупа-чупсов. Договорились? Вот давай ручки. Ручки давай. Все, молодцы. Всем детям дадим чупа-чупсов. Но просто у нас есть утешительный приз. Итак, команда номер 2. Фамилия участников команды. У нас опять же 2 семьи. Команда номер 2. Тригу. Уже награждают. Сейчас пройдем дальше. Вы сейчас будете разыгрывать между собой главные призы. Наш главный приз — это волейбольный мяч и набор шахмат. Нет, давайте начнем с этого. У меня есть счастливая монета. Как всегда, все украшено. Счастливая монета. Вот даже выделена фотозона. Сейчас я подойду, покажу. Типа для тех, кто хочет понять, где он или нет. Какое время проводится? Выбираете вы, что хотите. Вы попадает решка, выбираете вы. Отец Юрий Яков, мать Оксана Викторовна. Вот у нас Сарка встречает день семьи, любви и верности. Как всегда, госадминистрация хорошо организуется. А на сцену приглашается многодетная семья Олейник, которая воспитывает 8 детей. Василий Олейник Александр Юрьевич, вот услуга Лариса Викторовна, ради более 20 лет. Квас можно попить. Мне жарко. Животные. Ты чей такой ушастый? Ничейный, да? И щитом. Да, красота такая. Приют для животных. Вы в Инстаграм выставляете? Отмечайте приют ПБР. Подписывайтесь. Хорошо, да. В Ютубе. В Ютубе? Да. Вы в Ютуб? Да. А у нас Центр помощи животным тоже подписывайтесь. Спасибо, что вы в Ютуб даже. А у вас какой канал? Елена и Евгений. Как? Елена и Евгений. Елена и Евгений. В Приднестровье, да.
Да. Все, хорошего дня вам. Лошадки, как всегда. Аллюр катает деток. И вот такой понька красивый. На сцену приглашается многодетная семья. Почуханный. Да, много везде локаций, так сразу не охватишь. Надо подходить, каждым узнавать, что где. На главной сцене идет награждение государственными наградами сотрудников различных бендерских государственных муниципальных учреждений. На сцену приглашается многодетная семья Сулеймановых. Глава семьи Сулейманов Аббас Гидаятович. Его супруга Сулейманова Анна Сергеевна. В браке 17 лет. Дети. О. Давид, Эльдар, Назар. Семейные пары тоже награждают. Сулеймановы вместе преодолевают жизненные сложности. Учатся на крыле такой шатер от солнышка. Их союз прочно скреплен уважением, заботой и благодарностью. Аббаса и Анну крепко связывают не только семейные узы, но и общее место службы. В управлении внутренних дел города Бендеры семья Сулеймановых по праву пользуются большим авторитетом и достойны номинации «Образцовая и многодетная семья». Дорогие друзья, ваши аплодисменты! Всем многодетным семьям города Бендеры, всем династиям. Конечно же, фото на долгую память. Под ваши аплодисменты, друзья. Глава госадминистрации Бендеры Роман Иванченко. Ближе подойду. Так выглядит шатер, который накрыли от солнышка. Правильно, чтобы солнечные удары не поймать. Так, пройдемся дальше, посмотрим, что еще. Ну, здесь карусели, детский городок для деток. Он стационарный, всегда здесь присутствует. Сейчас пойдем дальше, в другую сторону. И вернемся к центральной. Директор Вакарчук Игорь Николаевич. Кусь-кусь, тайская жареная мороженое, которое вы точно полюбите с первого кусочка. Натуральные ингредиенты, огромное количество добавок и самое главное, невероятный вкус. Так, смотрите, вот подходят наши герои. Встречаем, друзья. Вот они все. А мы продолжаем. Мастерская сыра, директор Харченко Игорь Николаевич. Мастерская сыра Игоря Харченко занимается изготовлением и реализацией крафтовых сыров. Сыр производится по традиционным технологиям из ближайшего молока, от коров и коз. Какая супер коляска. Онлайн-магазин еда.да. Директор Диденко Александр. Аплодисменты, друзья. О, как здорово. Значит, мы вручаем вам сертификат от нашего спонсора доставка еды «Кайф». Комбо-бургеры, друзья, под ваши аплодисменты. Им-то что, ваши конкурсы. Аплодисменты, друзья. Вручаем сертификат на заказ комбо-люкс. Спасибо вам за участие. А маму как зовут? Наталья. Ой, давайте громче поаплодируем нашим участникам. Как здорово они придумали.
И мы дарим вам подарочный сертификат на сумму 500 рублей от наших спонсоров «Еда.да». Аплодисменты, друзья. Аплодисменты, друзья. Так, что же мы вам вручим? Сертификат на праздничный торт, друзья, под ваши аплодисменты. Спасибо за участие. Вас видели. О, будущая невеста, да? Понял вас. От женской одежды Лоррейн мы дарим вам сертификат на сумму 500 рублей, друзья, под ваши аплодисменты. Ура! Спасибо за участие. Виктор, это вы? Выйдите на середину, чтобы все вас разглядели, какие вы. Ой, какая замечательная коляска, скорая помощь, друзья, аплодисменты нашим участникам, браво. Ну не стесняйтесь, подходите.